всех женщин с этим прекрасным и замечательным днем. Ты не знаешь, как это сделать? Ну, мне кажется, Эрнест, будет справедливо, если сегодня работать будем только мы, мужчины. А наши милые и очаровательные женщины будут с наслаждением смотреть, улыбаться и радовать нас своим присутствием. Могу бы спросить, как бы это сделал? Вы сама, вы не знаете, как это можно сделать? Блиссим, Балла. Мебелесем бурушим доволочек бахшиш, тек гузельдер. Чунки санада аджалеп сез сайбер. Шамрат Бекиров, алпышнамыз, арышнамыз. Скажи мне, я думаю, что, в принципе, один телевизор, один диван, не так ли, мужчины? Ну что, футбол посмотреть, да, полежать, чай попить. Если жена приготовила мясо, мясо поесть. Ну а женщина? Ну, ты забыл про еще... Нет, подожди. Женщинам что надо? Я еще ничего не забыл. Ты понимаешь, женщинам нужна гостиная, темная комната, гардеробная. Нет, ты еще забыла. Еще одна очень важная комната, которая нужна всем женщинам. Там она захочет пол помоет, захочет подгоревшую сковородку почистить. Ну, в общем, нет, кухня называется. Скажи, а ты бы смог? Что смог? Ну, даже ту сковородку подгоревшую почистить. Нет, это не про меня. Ты чисти, я, наверное, пойду. Все-таки к тебе ближе, я так смотрю. Я думаю, Эрнест, ты в своем деле профессионал, поэтому я думаю, ты замечательно можешь исполнить музыкальную композицию и подарить ее нашим милым женщинам. Ну, это я могу, Шамрат. Ну, я прошу помочь мне. Встречаем, дорогие женщины наши, Эрнест и Мирослав. Солнце, воздух, небо, солнце, ты прилетел.
Всегда будет в ваших сердцах. Азиз, сыграй урмит, хадын кызларымыз, юреклеріңізде эр вақыт бар болсын. Элбет ішімді бұл санада бар мұйтыны яратачақ. Тұндық белі әледімде, мен сізлеріні келеткен байрамын қайлай, Руслан Чырчыр. Сыншай. Oh.
Руслан Кирчук. Руслан, ну что, я вас стоял. Ребят, эту прекрасную мелодию с таким же названием «Семь гривен золота». Ты знаешь, когда-то давно я ехал в поезде на учебу, и мне понравилась одна девушка. Звали ее Мария. Вот прошло определенное время, мне уже сегодня не так много, не так мало, 33, как святой источник, понимаешь? Ее искал, но не нашел. Скажи, пожалуйста, какое твое любимое имя? С чем ассоциируется вообще эта мелодия у тебя в голове? Слава, брат. Ну, я пользуюсь случаем, во-первых, хотел от следующего поздравить всех прекрасных женщин, девушек, наших мам, сестер с этим наступающим праздником 8 марта. Алла, слава вам, известно. Есть вы, есть мы. Ну, вообще, у нас очень много красивых имен. Ну, вот, у меня, значит, ассоциируется это с именем Сусана. Не мог бы ты подарить композицию, если тебе не трудно? Ну, я бы, конечно, обязательно спел. Но я думаю, что есть лучше, прекраснее. Встречайте заслуженный артист Республики Крым, Руслан Агитаров. Все дай мне сорвать, я люблю.
Шабана, Шабана, у меня такой вот вопрос. Скажите, пожалуйста, вы не знаете, на какие типы делятся женщины? Вот вы, например, из Малага, не знаете случайно? Шабан. Я тоже не знаю. А вот я, допустим, знаю. Смотри, первые делятся на хозяйственных. Увидев их, сразу берутся за тряпочки и начинают протирать их. Ну, вторые у нас романтические. Они сначала на были сердечко нарисуют, а потом, может быть, сотрут. Шамрад, ну ты вот у нас молодой, скажи, пожалуйста, у тебя жена что делает? Ну, она сначала рисует сердечко, а потом берет тряпочку и вытирает. Ну, в принципе, я так и думал. Получается, что она у тебя хозяйственно-романтичная? Именно. Усама, что вы скажете? Баба, ресим сызна абайлармыз, евлермизде, юречиклер, ресимлерны чизып отырганда, мен бұзамда отырган гузе, гузе, қатын қызларымызға дабыр ер бағышлама істейм. Бұ ер сізлерден әзізлерім. Скажите, девушки, подружки ваши, что я не сплю ночами.
Пойдемте, надо прощаться, потому что у нас сейчас еще один замечательный прекрасный номер. Это Мамлай. Встречаем! От нее на безопасное расстояние. Это насколько? Да, ну, насколько? Чем дальше, тем лучше. Ну, давайте сразу определим для мужчины расстояние. Это сколько? Километр два. Расстояние, я скажу, какую роль играет. Чем дальше, он закинет кошелек с деньгами, который он пульнет в свою жену. Слушай, ты, походу, так и делаешь каждый день. Ну, я так борюсь, да, с плохим настроением, бывает. Ну, я бы на твоем месте взял бы просто кредитную карточку, кинул бы. Ну, можно так. И побежал бы подальше. Да. Настроение будет твоей жены... Просто кошелек дальше летит. Просто можно отойти подальше. Ну, кредитная карточка точнее летит. Она весит больше финансово, да. Да. Согласны со мной, мужчина? Если кредитная карточка полетит вдруг вашу жену, ну, в кошельке, да. Это наличка. Это очень эффективный метод, поверьте мне. Нет, подожди, зачем наличку отдавать жене? Когда можно просто отдать ей кредитку?
Мы немножко отвлеклись от зрителя. Мы в чем хватит из стоптан следы это еда. Шинды бусанада чихаджан инсан мен белесим кадыгыны наслы, бақтылы, япмақыны біле. Оның бұйын бұрандасы оны пек сөйленер. Қарышыланыз, алғышыланыз. Санада, қынымда, нарқазардан артист Раиф Алиев.